Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэшечок на русском сервере. Я долго думал. Дай надумал. Решил все-таки дособирать свалено и, соответственно, забрать некоторые плюшки для прокачки аккаунта. Сейчас мы их пооткрываем. Let's go. Хорошая песенка. Получить. Получил, называется. Так, сейчас надо подобавлять места, а то как бомжик. Не могу все забирать. Да, смотрю на этот аккаунт, который был убит почти 3 года. Даже больше, наверное, чем 3 года. И понимаю, что зря терял время по сравнению с русским. Английский топчик. Ну, как и другие сервера. Так. Окей. Я думаю, теперь места нам хватит. Вот так вот, ребятушки. Получили еще плюшки. 5 роз, 5 новых чарок. Куча коробочек. Поехали. Посмотрим. А это у нас подарок. Бесплатный, бонусный. Давайте посмотрим. Какая удача на русском сервере. Ложный. Ну, как для бездона, в принципе, неплохо. Желтых. Ну тут мы сейчас опять скины получим, куча коробочек, надо будет талантики поменять, повытаскивать. Ну, самое ценное здесь — это 9 точнее, камешки на прокачку. Let's go. Тык, еще одну. Отлично, это мне нравится. И все. Да, очень плохо, как видите, очень плохо падает. Так, а что у нас с фортов за второе место? Карта. Коробку нам не дали. Здесь надо будет позабирать эмблемки. О, ничего себе, пакт. Это прям мега подарок. Эмблем больше таких не продают. Окей. Поехали по акциям, пробежимся. И откроем самое интересное, то, ради чего я донил. Ничего себе плюхи. Больше монеток нет. Одну эмблему дают. Блять, смешно на это, конечно, смотреть. Так, 10 сумок. Смешно. Опять почтовый ящик полный. Не влазит это все. Давайте пооткрываем. Решил я все-таки по чуть-чуть здесь качнуть 30-е прорывы, хотя бы ради битвы гильдии и атаки фортов, чтобы хоть как-то тянуть. Так, отлично. Один как кулаков. Так, что у нас еще есть?
Ежедневный, выращивай призы, ежедневно входите. Кстати, надо докачать будет героям скиллы. Я что-то их не качал вообще. Так, получили, поехали сюда, посмотрим, что у нас здесь сегодня интересного есть. 39 попыток. Ну, что думаете, огника словим? Либо хотя бы одного героя. Давно я уже на русском сервере не трешовал, не играл в эти акции. Легендарная. Да блин, давайте уже героя. На английском с каждой тычки герой падает через раз. 300 самов, ничего себе. Поменяли награды. 100. Тут не знаю, вот раньше когда-то эти акции реально были топовыми. Отсюда мы тащили, пока рынок не ввели нормальный. И героев трешевали здесь. А с введением рынка они просто чисто убили эти акции. Они ни о чем. Вот посмотрите, сколько попыток и нифига нам не упало. Ни один герой не упал. Обалдеть. 3 больших пака по сути с половиной и нифига. Махатма, ничего себе, на 35-м. Ведьма на 36-м. Обалдеть. Да вы зажрались на русском сервере. Так. Большая выгода. Поехали посмотрим, что здесь интересного. Забрать. Забрать. Ничего себе. Пасхальный зайчик 50. Еще одна роза. 6 роз за раз. И 100 осколков свалено. Угу. Фигушки. Вот так вот. Короче, еще одна. Но это не самое главное, ребятушки. Вот, наконец-то я получил вот эту вот имбушку. Достигнут предел совместимости. Ну, супер. О, наконец-то у меня есть скилл на русском сервере. Обалдеть. Да ты что, даже ратушу теперь наконец-то качнул. Что я могу еще качнуть? Ничего себе. Скоро так и 600к апну. Давай имбу. Угу. А, это жесть. Имба. Кристаллический эктоплазм, только их слили. Такс, окей. Вот, по сути, как видите, прошло там сколько, 2 недели с обновы, и я не запаривался, за 2 пака, по сути, собрал. Недостающего героя, поэтому, как бы, смысла тратить самоцветы, если лучше их потратить на что-то другое, чем ролить одного недостающего героя. Вот так вот. Вот так вот. Так, эти там мои имбушки. Надо начать качать героев. Так, что у нас?
Подарки еще есть какие-то. Три сета выживания первого. Спасибо, HG. Ой, щедрые. Так, у меня там еще вроде и скин. О, ничего себе. Даже так. Так, многих скинов у меня нету даже. Это печально, это ужасно, ребята. Видите, даже не надо ролить его. Зашел себе. Разбей яйца. Так, не понял, где выращивают пизы. А, вот она. Зашел, задонил и получил. Ну, я забрал 5 новых эсэсок, топовых для PvP локации. Не зря я вам показываю на английском сервере прокачки героев, что можно делать. Действительно, чарка на сегодня одна из самых таких топовых. Пока ничего лучше нету. Возможно, будет в обнове опять что-то добавят интересное, посмотрим. Но пока что карта легендарного, что дальше? О, ничего себе сундук. Надо по-любому брать. Ну, расходники, не знаю, улучшили, не улучшили на русском сервере. В любом случае, мне надо был этот герой, потому что он недостающий. Я как бы пока в раздумьях, что делать с аккаунтом на русском сервере, качать его обратно же в топ, вырываться или нет, потому что хочу сначала докачать уже аккаунт на английском сервере. Там грядет куча разных новшеств на аккаунте. Поэтому еще десяточка растет, поэтому не знаю насчет русского. Да и на русском, как видите, акции для того, чтобы быстренько качаться, нехти. Это то же самое, что когда-то я собирал кристаллы синие, задроствовал сутками. Бум, сундук. Мешок Prime один, ребята, один мешок. И мы все равно его не возьмем, нам не хватит просто попыток. Две попытки надо будет потратить 4000 самов. Ну, ради такого, ради седьмого мешка надо это сделать. Перебороть себя. В общем, надо будет собраться, начать жесткий кач. Хотя, в принципе, погоня за силой, честно говоря, ничего не дает. Как показала, прорывы, они, по сути, против смотрителя ни о чем. Могут герои там с десятыми, с двадцатыми прорывами затащить топовый состав. Вы ничего не сделаете. А вы рухаете денег в кучу на прокачку. Так, 78. Ну, надо забрать. Давайте сделаем мегаролинг. Сейчас, прикиньте, свалин упадет. Ну, за 450. Ну да, конечно. Медузка. Ведьмочка. Укротитель. Фрэнки. Ну чё, ничего так падает, да? Поехали, дособираем. И посмотрим, что у нас там на последнем. У, ничего себе, космо! Вот это да! Ну, кому не нужен. Такс.
Вот такие себе плюшки. Итого 88-88. Вот так вот. Уловый алтарчик у нас опять. Все, пишите комменты, ставьте лайки, репостики. Ждите новых видосиков с прокачкой. Всем удачи, всем пока.